Ну что, девочки, мы забираем поломанного котика. Так, где он у нас? Так. Сейчас мы ребенка пересадим, и он у нас поедет. Бери его прям аккуратненько с пеленкой, вот так. Подержи. Угу. Осторожненько. Так, аккуратненько с пеленкой. Воду я уберу. Да? Не бойся, мой золотой. Все. Прям вот так и вот так поднимай, чтобы его засунуть туда. Сможешь? Осторожно, осторожно, осторожно. Ложи. Все, все, пусть лежит. Хорошо, ребенок едет на операцию. Дитё едет. Так, сейчас этого погрузим. И потом погрузим маленького котенка еще. У него сломаны две передние лапки. Вот бери его на колени пока. Маленький мой, сейчас поедем. Мой золотой, мой хороший. Все, самое страшное позади, тебя подобрали. Теперь едем на операцию. Грязнущая и голодная.